В октябре исполнится год, как Чувашия перешла на новую систему обращения с коммунальными отходами. Как обстоят дела с контейнерными площадками и вывозом мусора в целом в районах, спустя это время проверили депутаты Государственного совета Чувашии. Чебоксарский район Шерчикасы. Контейнерных площадок здесь 7. По меркам деревни это очень хорошо. Строили по программе инициативного бюджетирования. 10-ю часть стоимости оплатили сами жители. Так что проблема, куда складировать мусор, который должен вывозить региональный оператор, здесь решена. Однако вопросы у населения остались. Теперь вопрос. А как сбор платежей? Люди не возмущаются, платят? Ну, как возмущаются? Люди всегда возмущаются. Когда они расплачиваются, 1% берут за плату. Вот. Как это через Сбербанк? Через Сбербанк. Комиссии, как бы, да, комиссии берут. Вот. Как бы вот это беспроцентно сделать, вот обращается. Нет. Платить без комиссии можно в представительствах регионального оператора. Пока не рассматривали, конечно, представительства в Чебоксарском районе, потому что, в принципе, город Чебоксары находится недалеко. Для тех, кто не хочет ехать в столицу или платить банку проценты, есть еще вариант. Оплачивать вывоз мусора через личный кабинет на сайте рекоператора. Вторую по популярности жалобу селян озвучили в деревне Атлашево. Мусора они производят значительно меньше, чем заложено в нормативе. Значит, и конечная цена услуги должна быть меньше. Для жителей деревни это дороговато. Большинство же народ сжигает, еще на корм скоту идет. А вот деревня, село, это деревня с городом, надо будет это маленько скидка. Министр строительства Алексей Грищенко отметил, чтобы отрегулировать этот нюанс, сейчас идут замеры количества отходов, которые по факту производит население в городах и селах. Осталось получить цифры в зимнее время, и тогда норматив, вероятно, пересмотрят. В целом депутаты убедились в наличии контейнерных площадок и их состоянии. Правда, предстоит увеличить их количество, а еще привести к определенному стандарту. Должно быть ограждение, подъезды и, желательно, крыша. А дождливая погода, вода не попадает, снег не заполняет контейнер. Ну, конечно, снег не будет, влага не будет, и вес будет совершенно этот самый, конечно. Кстати, контейнеры двух цветов, синий и зеленый, установлены с расчетом на дальнейший переход на раздельный сбор. Но это уже другая история.